Здравствуйте, мои дорогие, с вами Алена, и я начинаю трансляцию по игре Alien Isolation. Смотрите, тапочки, надевай! Не хочет. Так, цель обновлена, одеться. Так в тапках наденемся и пойдем делов, да? Я помылась! Нормально. Все мойсь, да? Так, все, я помылась, спасибо большое, выключай. И сейчас мы с вами в мокрых трусах пойдем и, скорее всего, влезем в одежду. 69 лайков, наше любимое число, правда? А, забрать текст брифинга. Ну ты корова, ой, корова. Я во всех играх, в каждой игре играю за корову, заметили, да? Во все, за всех. Ой, можешь всочиться? Всосись! Бляси, всосись внутрь! В таких играх главный герой должен всасываться в любую щель, какую он видит, в любую дырку, повсюду, куда бы он ни пришел, он должен туда всасываться. Узкая красавица. Поцелуй, смотрите, любовь. Вы секс хотели, вот вам. Кто меня сегодня в начале стрима спрашивал, а будет ли секс? Вот, пожалуйста, секс. Вот сюда надо. Мужик, здравствуй. Есть лут? Давай. Она уходит. Она ушла. Че он там стоит? Да чё он смотрит-то? Ну пусть уходит. Я не знаю, как мне пройти. Да чё ты, чё он не уйдет, чё он стоит там? Бляха, вы серьёзно? Он не зайдет. Тихо! Кто-нибудь это слышал? Да почему ты не можешь ему? Я не знаю, почему она ему что-то бей его, тварь! Да не так же бей, ты его падлу! Я не могу это проходить, для меня это очень сложно. Почему вот эти два ухаря не приходят, я вообще до меня не доходит. Давайте вот так сделаем, тут мы его включим тогда. Блять, серьезно? Слушайте, я так много аптек сделала. Самое классное, что они не помогают. Ти, мой малыш. Как я ждала этой секунды встречи. Сейчас я вам его покажу и отпущу, потому что нужно максимальное сосредоточение. Кто не видел моего кота? Да бляха! Ну что ты делаешь? Ты дорого же стоили они. 100 рублей на Алиэкспрессе. Смотрите, он хардкор устроил. Ой, меня нет. Тихо. Ой. А как ты? Ты же меня должен был не слышать. Сволочь. Сиськи придумали для мужчин. Для того, чтобы они развлекались. Сиськи придумали, чтобы детей кормить. Детей можно и не... Ну да, пусть будет так. Возможно, так и есть. Природа все придумала действительно правильно. Так, РБ. Так, и что это делать-то надо? Вы потерялись. Нет! Я просто хожу! Я сегодня меняла ей аквариум, у нее там аквариум водорослями порос. И я решила полностью заменить. И вот это Атрахан. Я ее назвала в честь Атранаха из Скайрима. Но... Ты не сдохла? Не, она жива. Я надеюсь... Так, подождите, я не знаю, что мне делать сейчас. Я не понимаю, что вы делаете. Я тоже не понимаю, что я делаю. Пошел в очко! Да ты что? Ты сосешь и меня не поймаешь. Меня никто не поймает. Я сильная, независимая женщина. Самостоятельная, боже, господи, куда идти? Я не понимаю. Ничего не понимаю. Так, тихо, хорош. Аккуратно, ну просто не надо так делать. Я вас поймаю. Да не надо ловить, ты сам себя поймай, козлина долбанная. Как много мужчин. А куда? Так, теперь главное не обмануться. Это значит куда? Значит не сюда явно. Вот туда? Пошли в ж... Опа! Раз, спасибо. Он за каким-то хером взял и написал мне спойлер. Ну, то есть я как бы ожидаю спойлеров от людей, которые меня не знают и только-только пришли, и они хотят, например, там посмеяться, посмотреть, как я буду визжать. Такие, вот девка визжит. А ты впусти меня вовнутрь, туда к себе, я хочу войти. Не, слушайте, он закрылся, хоть ты тресни. Ну и пусть подавится, козлина. А, все, я поняла, он мне даст код. Он мне даст код от входа туда. Вот, он мне должен дать код. Да? А почему? Ну, так я же все правильно пришла. Нет, неправильно. Так пусти меня сюда, что ты меня не впускаешь? Да как мне выйти-то дальше?
А можно мне туда к тебе? Ты же сказал, он же сказал мне, что он мне все даст. А он мне ничего не дает в итоге. И слушайте, у меня что, с башкой, что ли, кукушка? Че? Ты петух, он же сказал, он мне даст. Почему он мне не может дать-то? Он же сказал, что он мне даст кот. Где кот? Пусть гонит кот всего сраный. Бесит прям. Ты вот меня, конечно, бесит больше всего на свете. Че? А! Тварь! Че ты сразу не сказал-то, что тут надо нажать? Я вышла. Все, я умница. Объединим усилия. Ты, бляха, сказал бы, что мне нажать нужно там на эту палку. Там кнопка слева. Кто знал, что нужно нажать? Я поняла, вот этот чужой ходит, я базарю. Смотрите, елки зеленые, здорово. Ой, да! Можно, можно в вакханале устроиться скелетом. А, у него голова отвалилась. Он же меня не видит, да? Этяба! Пошел в очко. Нет, у меня Тюти-пути-пути-грути. Вот тюти-пути, кто побежал, у нас хвостик. Вот тюти-пать-пать-пать-пать-пать-пать. Да как ты меня видишь? Вы сейчас увидите профессионального стелсера в деле. Сука, с таким грохотом. Быстрее! Я не могу! Я не могу! Мне кажется, он меня сейчас за жопу схватит. Быстрее! Это просто жесть была. Это просто жесть. Вот у тебя там щель. А-а-а, ну конечно. Красиво, вообще не могу. Я не пойду туда, я хотела туда сходить, но мне страшно. Смотри, какая девушка симпатичная. Смотри, какая косоглазая. Нет! Да я уехала же! Ну почему? У меня такое лицо смешное. Я не могу, это Ори. Боже, блин. Жора! Он просто уже свихнулся там. Боже, вот я испугалась. Компания «Голубушка», здравствуйте! Предоставляем вам наш самый лучший майонез во всем мире! Жора, ты меня так напугал, это ужас просто! Ужас просто, я так испугалась, я думала, это чужой меня за жопу схватил! Жора пердит, а я потею. Быстрее! Чё, два часа с этой штукой, вот специально так сделали, а? Чтобы ты срался сидел. Мне не впервой стрелять в людей! Не ори, блять. Сейчас спалишь ты нас всех. Мужик, не надо. И сейчас придет же, мать, отец. Даже не знаю, как мне поступить в данной ситуации. А! Ты серьезно? А чё вот они ходят и ходят, а чужой, главное, не агрится вообще. Чужой, приди. Так, а давайте призовем сюда чужого и все. Нет, никого тут! Я коварная? Он их убивает? Ой. Смотрите, заглянул? Ты дебила, кот! Смотрите, он палит! О, я знаю, что я сейчас сделаю! Я знаю, что я сейчас сделаю! Подождите, сейчас вы увидите просто вообще мастерство! Охренеть как! Ой, надо только будет спрятаться! Я так довольна. Вы себя просто не представляете. Я так довольна. Я себя чувствую коварной женщиной. Я прям горжусь собой. Это понимаете, для меня это просто скилл, всем скиллам скилл. Артём, привет. Я сисястая? Хорошо, пусть будет так. Мне подходит. Главное сейчас не обосраться. Знаете, я вам сразу же предупрежду, если вдруг я обосрусь,
такое возможно, вы меня знаете, я профессионал, то, поверьте, это было ожидаемо. Ну, я забыла, у него же, когда харча висит сверху, значит, надо не подходить туда. Это не я! Меня тут нет! Что ты там ползаешь? Меня тут нету! Нет, 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 нет! Хорошо. Oh, hi, Mark. Да быстрее! Да быстрее! Да мать твою! Надо окошки закрыть, говорю, сейчас все слышат. Я не знаю, на каком языке ты хочешь, чтобы я тебе сказал. Быстрее, я тебя умоляю, ну пожалуйста. Я на все кнопки, ребят, жму одновременно, на все. Давайте кинем туда. Чужой, беги! Куда? Гудя, гудя, гудя! Я сейчас устрою темную. Я сейчас темную устрою, чат, смотрите. Да вы не представляете, какое я себя сейчас чувствую просто стратегом, понимаете? Тактиком. Я и тактика, это вообще, знаете, как небо и земля. Это, ну вы не представляете, я обычно у меня все вот так вот, и я каким-то образом вот так вот, я вот таким образом умудряюсь выживать и даже тащить. А там воняет? А это значит как? Слушайте, там пахнет? Офигеть. Пройдите за мной. Пойдем. Давайте постараемся не шуметь. Да-да-да, тут хоть дяденька. Хулиган, он вам за жопу хватит, и нет вашей жопы. А я свою жопу боюсь за нее. Раз так, идите поработайте, раз уж не дали мне убить тварь. Ой, да по... Ооо! Ну вы слышали, что он сказал? Я видите, раз уж вы мне не дали убить тварь. Ну конечно, ага. Дай бог бы вообще ты там спасибо скажи. Ну когда Чижик приходит, это круто, скажите же, да? Чижик приходит, это прям, ух, Чижика хочу. Чижик, приди, где ты, мой сладкий. Самодельное взрывное устройство. Ну, давайте его взорвем. Ну, вы видели, как? Нельзя было так делать? Ну, отчего? Он хотел меня... А что это такое? Чижик прется. Там нету тела. Как так? Да ты пошел, ты же! Где чужой-то ходит? Чего он не придет-то никак? Так, Дмитрий Владимирович, я тебе открою один маленький секрет. Лицо женское, оно не может быть вообще человеческое, постоянно такое. Сейчас, подождите, я его сейчас на руках забью. Сейчас, подождите. Да вы твари! Ты петух ты вонючий! Идешь, стреляешь, блин! Где Чижик мой? Он обучен уже! Вчера мы вечером ходили гулять. Такая погода была, солнышко, прям так хорошо. Прям так кайфово, знаете, вот идешь и хорошо. А сегодня дождь, и вот мы ездили, там нужно было нам съездить по делам в банк. И знаете, прям так привычно. Вот чисто Питер. Когда дождь идет, вот это прям чисто настоящий Питер. Тут прям целый рай у них. Ой. Ну, конечно, обязательно уже харю сунуть туда. Надо так... Еще всосись в нее. Ааа! В жопу! Ну! Так я же жгла его! Шалун мой! Ути-пути! Ути-пути-пути-пути! И мой хороший, обниму ли, говорит мать? Обниму ли? Вот я не понимаю, это плохие или нет? Это плохой или неплохой? Ну, я пошла. Пошли. А! Они хорошие? А я думала, они плохие, прикиньте. И на картонах ползают. Если вы идете и течет харча, значит, здесь где-то сидит чужой.
блядь, это... Не могу, мне страшно. Мне страшно. Я не могу, мне страшно. Я не могу просто. Страха нет. Поцелуй. Сука, я думала, что я успею сныкаться. Чужой пользуется зубной пастой «Белое утро». Пас, зубы у него крутые, как будто бы виниры вставил, да? О, ужас, у него нет лица, посмотрите, ребят. Я бы так не хотела. И вот чушь поцела, лицо откусил случайно, думаешь? Так, он его всосал, высосал весь. Ой, не могу. Ты, сука, меня напугал до усёру, вали отсюда. Харча, харча. Течет, течет, харчинка-то. Уходи уже оттуда, не теки на нас. Вот ты мой хороший, маленький, пригожий. Ты мой хулиган. Одинокая женщина, она ждет своего мужчину. Подруг, ну ты что, хочешь, я чужого позову? Ой, смотрите, как красиво. Вот она и сидит, смотрит. Смотри, что-то такое течет. Это кровь капает. Это женщина, что ли? Чужая женщина? Не знала, что чужая женщина. Давайте дернем. А что, подергаем, потом видно будет. Подергаем, потом видно будет. Да так и есть. Как это? Давайте поем. Точно, так и есть. Дебилой ты, хвостатый. Я не могу с тебя. Он же меня увидел и ушел. Вот это я понимаю отношения на высоком уровне. У меня аж в пот пробрало. Слушайте, вот это... Ты дебилоид мой сладкий. Он просто на меня лоб в лоб вышел и дальше пошел. Слушай, да, я сегодня домашняя, да. Вот даже, видите, я пыталась секси прическу сделать, но походу третий день немытые волосы, они дали о себе знать, и мне не получилось даже секси прически. И пойдем, иди, какой красавчик. Ты долбоящер кусок. Ты кукушка. Видели, у него харча течет? Видели, нет, он проходит, а у него тут так сопли висят. Не могу. Дробаш! Ехала, болела, не могу. Чужой из военкомата? Руслан, так я же не призывная. Я и никогда не была призывной. Как красиво! Да у них тут были тусе-мусе. Видите, да? У них тут были тусовочки. Ой! Да пошел ты нахер, тварина! Не трогай меня! Не трогай женщину! Бей его в лицо, прям тварь поганую! Да бей ты его! Да бей! Ну что ты делаешь-то? Да ты, тварь глазастая! Нет! Да пошел ты, что? Да ты, ты бесячая гуманоид лысая хрена! Да я, ты, петух! А, пойдемте-ка вот здесь войдем. Быстрее беги. Всем привет, ты нормально заблудилась, бешусь из-за этого, нервничаю. Сейчас психану, мне кажется, и заплачу. Я близка к слезопроливанию. Все, я не знаю, что мне делать. Должна быть какая-то сраная дырка, должен быть какой-то сраный вход. Ну вот, да, ну все же, я пришла, считай. Почему я не понимаю, не могу попасть-то? О, да ты что, серьезно? Ну офигеть, я 2 часа мимо ходила! Ну почему так они не сделали? Могли бы какие-то подсветить, что-то сделать, но это неправильно. О, господи, куда идти-то? Вот сюда. Ой, мужик, ты как же так-то так получилось, что ты прям пришел? Мужик, хорош. Раз. Понял, нет? Вот так-то. Понял? Наших пташек не видно, зато у меня тут целая куча оружия и припасов. Рясел. Ой, нет, еще раз войди, нужно еще посмотреть. Войди ты, мать, корова драная. Очень много, я не хочу читать. Ну, в общем, вы понимаете, тут речь, ну, все по делу. До того по делу, что он аж с журналом во рту умер. Ой, мать твою, господи, за ногу. Что ж происходит-то такое? Наверное, это оно и есть, да? Слушайте, опять начинаются проблемы, я опять запуталась. Что это за чушь такая? Ну, ведь я приехала. Что это такое? Я правильно пришла? А где лестница? Я не вижу резидент. А вот это вот не работает. Вот здесь должно, мне тоже кажется, что здесь должно быть. Что, мне надо прыгать на нее? Серьезно? Ну офигеть, ну просто это должно быть во...
И чё это за... И чё? А! Мне чуть плохо не стало. Боже, господи, вы встанете, да, наверное? Да, чувствую, встанут они все. А, нет, если у них глаза не горят, они уже не встанут. Пока глаз горит. Ты как встал? Ты же лежал. Он же лежал, как он встал-то? Мужик, ты чё? Так нельзя, гони обратно мне патрон. Ты только до сюда дошла за целый час. Максим, я тебя расстрою. За 2 часа. Ты плохо подсчитал. За 2 часа. Жирный, замолчи. Я с тобой не хочу разговаривать, пока срать не научишься. Вот и да. Как не хватает? Мне нужна мина! Да? Ну как же так-то? Ну сколько лута дают? А у меня, посмотрите, все налутано. Вы видите, у меня все это есть. Все, сейчас будет бойня. Не на жизнь, а на смерть. Кстати, мне кажется, я когда эти очки надеваю, как будто тупею. Блин, ну мне так жалко. Ну посмотрите, сколько здесь лута осталось. Мне очень жалко. Ты дурак, что ли? Нет, слушай, он не дурак. А так, а чё ты стоишь там в углу-то, прячешься, как девочка? Иди возьми меня. Убей. Какой-то странный вообще робот, очень странно. Позови своего придурочного друга. Друга зови, говорю, позови его сюда. Вон там он стоит, петушится. Зови давай. Козла от куски недобитых. Слушай, да ты прям возбудился. Да ты, нет, ты, сука, петух. Да что ты тупая коза драная. Вот почему ты лежишь перед ним? Ложишься просто как проблемка какая-то дешевая. Он ее и так взял, по-всякому взял, а она... А! У меня один зритель живет тоже в каком-то городе, и он закрыт. Она меня напугала просто. Это усёра, я думала, мне на лицо прыгнул чижан. Подожди, Дима, какой секс чужих? Нет, я не представляла это. У него же даже пипирки нет. Мне кажется, они размножаются почкованием. Он сам себе, знаете, гермафродит. Куда? Иди ко мне, мой сладкий пряник. Ой, быстрее! Чё он не умирает-то? Я тебя сожгу! Уходи! И писюн убирай отсюда. К Сереге пришли друзья. Мне, смотрите, друг цветочки подарил Сереге. Красивые, да? Мы лут-то весь хапнем. И из трупов вытащим все. Иди отсюда. Ой. Прям вообще, знаете, восстал такой из ада. Привет, дорогая, я тут. Да... Не могу, я так по нему соскучилась, что я готова терпеть его объятия. О, подождите, щель еще одна. Ага. Слушайте, когда я вижу щель, уже есть надежда. Скептик, наш девиз — слабоумие и отвага. Слушайте, нас ждут мужчины и андроиды, и они одновременно ждут. То есть это ладно, чижик, еще куда ни шло, но тут у нас и андроиды, и мужчины. Я чё, а почему мне не показывается стелс-то убить его по голове ему дать? Почему не показали? Я подошла в жопу, посмотрела и ушла. В смысле? А тут нельзя, что ли? Мне, как так-то? Паш, ты ищешь себе девушку хозяйственную? Я не хозяйственный человек. Паша, я вообще удивлена, как меня замуж взяли. Потому что я тот человек, который вообще очень мало хозяйственный. Я не люблю готовить. Все, что от меня можно добиться, это стирку. Харча-то течет? Сейчас, секунду. Но на улице, я сегодня вообще не выходила на улицу. Да как же она из коробок вылезла? Уходи. Я стесняюсь. До свадьбы нельзя невесту видеть. Плохая примета, поругаемся. Да куда? Сказала же, нельзя до свадьбы видеть невесту, поругаемся. Чего ты пришел за мной? Да тут недалеко осталось, я знаю, куда надо. Да ты, ты петушара, ты, чё, уходи, чё ты, чё он возбуждённый-то такой стал? Чувствуешь, что мы расстаемся с ним? Бляха, чё нажать-то, я не понимаю. Господи, ну пожалуйста, я бы там, знаете, я бы одной рукой крутила одну, ногой другую, зубами третью. Она крутит так аккуратненько, вытащила, вставила. Офигеть, вы видели, сколько их столпилось? Просто дохренища. Пипец. Да какая победа? Я умру.
Я вас сильно люблю. Жируша вас тоже очень сильно любит. Он делает большой мур. Спасибо еще раз вам огромное за компанию, за вечер, за то, что вы есть. Я пошла.